Всем привет, друзья! Сегодня будем затачивать топор, вот такой топор с резиновой ручкой, залитой эпоксидной смолой. Сам топор, топорище, ну, соответственно, он использовался в стройке, в строительстве. У него вот здесь вот, ну, видны остатки цемента, им рубили, видно камень, и он очень тупой, очень, вот прям вот вообще. Просто нету ничего. Ну, затачиваем. А вы в комментариях напишите, что я неправильно делаю при заточке. Что получилось, вот такие вот кромки, вот такой у нас шаг. Чуть заточка производилась под углом примерно 120 градусов. Теперь он очень острый и будет служить верой и правдой продолжать, пока полностью не износится. Кстати, вот здесь вот на таких топорах вот эта линия краски, это максимальная линия его проточек, то есть дальше уже протачивать будет нельзя. Ну все, всем спасибо, жду ваши комменты, что я неправильно сделал. Всем пока, удачи!